Кто самый сильный стример? Вот такая, естественно, статуэточка сегодня будет. Всем привет, друзья! Итак, это самая популярная рубрика «Самый сильный». Кто самая сильная девушка из Dream Team Chaos? Самых сильных участников. Сейчас будет кровь. Я вообще ее растерял. Сегодня мы узнаем, кто самый сильный стример. И для этого я позвал своих самых любимых, хотел сказать, самых моих друзей-стримеров. Итак, друзья, сегодня будет 5 заданий, по сумме которых мы узнаем, кто из них круче всех и получит главный приз. Вот. Вот такой, да. Я убью за них. Мы короче, решили вам сделать такой подарок. Это первый, ребят. Я буду драться. Я буду драться серьезно за них. И, ребят, вот такая, естественно, статуэточка сегодня будет. Тот. Итак, ребятушки. Это прикольно. Да, это очень круто. Мы старались, ребятушки. Как тебя зовут, бро? Вова меня зовут. А никнейм? Братишки. Хотя я такие крученые научился. И игру надо погнать. Как ты думаешь, кто самый сильный здесь? Я думаю, все. Все, я сказал. Меня зовут Даша. А Нигайчка. Ну, мне заметно, потому что я вижу себя голой. Вы-то меня голой не видите, я-то сижу в широкой одежде. Но вообще... Занималась ли ты спортом когда-нибудь? Да, 4 месяца до этого. То есть ты жмешь, приседаешь, что ты делаешь? Ну так, пытаюсь. Меня зовут Илья, мне 22 года. Я стример, блогер, музыкант, ну, много чего это еще. Прокусываю себе язык просто пополам. И у меня язык просто держится вот на такой ниточке, типа, из кожи. Скажи, кто твой самый главный конкурент сегодня? Мой главный конкурент на сегодня — это Гаечка. Кто будет самым худшим сегодня? Слава. Привет, я Дима Рекрент, мне 23 года, по-моему. Твич-стример, ютубер по совместительству. Кто, ты думаешь, самый сильный сегодня будет стример? Я думал, что Илюха Exile. Ага. Увидев наушники, я решил, что я пришел побеждать сюда. Окей, бро, представься, пожалуйста. Славик. С никнеймом. Славик Бустер. Окей. Это всего лишь киска, дальняя киска была. Он просто засал, сука, карающего молота полковника Бустеренко. Скажи, пожалуйста, как думаешь, кто сегодня победит? Вопрос глупый. Не считай меня? Да, не считай тебя. Кто займет второе место хорошо? Гаечка, наверное. Гаечка. Ты первая, Гаечка вторая. Я думаю, Гаечка ножами вырвется люто. Итак, друзья, сейчас мы узнаем, кто самый сильный стример. И, ребят, напишите в комментариях, с кем из ребят мне провести 24 часа и обменяться днями. Ну, а теперь продолжение ролика. Итак, друзья, первое задание – кликер. Сейчас наши испытуемые, наши участники четко становятся на счет 3, на колени, как угодно. И после этого за 60 секунд они должны максимально больше раз кликнуть на мышку. Кто побеждает за 60 секунд, больше набирает кликов, тот набирает первый победительный балл. Так, ребят, сейчас у всех шансы есть. Это первое задание, сейчас реально есть шанс вырваться вперед. Давай. Раз! Два, три, поехали! Мясо! Бустер, давай! Жесть! Просто мясо, ребята! Охренеть! Слышь, смотри, он бьет двумя пальцами, тремя. Братишка! Яйца быстрее! Это самый сильный стример, давай! 400 уже, вы чё? Шесть! Нахрен! Я клятву себя! Сука, 600! Блядь, стой, чё? Понятно, кто самый дрочер. Вот просто понятно. Короче, спасибо нам всем огромное, друзья, Рента Бук, за то, что они предоставили нам ноутбуки и за то, что получилось реально вот такое крутое, крутое задание. Ссылочка будет в описании под этим видео. Exile занял... Сколько у тебя получилось кликов? 600? Там 600, да. 600 за одну минуту, 600!
зарабатывает 1 балл. Самая быстрая рука на 10. Второй, самая быстрая рука. Второй кто был? Я, у меня 9,3, по-моему. Третье место, братишки. Как ты считаешь, ты вообще единственная девчонка, какой мест займешь свой? Ну, первая, конечно. Занимался спортом? Да, 13 лет, карате, у меня черный пояс. Это сейчас... Не, не шутка, серьезно говорю, 13 лет карате. Занимался ли ты спортом когда-нибудь? Занимался по чуть-чуть всем в детстве. Там и плавание, и спортивная гимнастика, там еще что-то. Угу. Скажи, пожалуйста, занимался ли ты когда-нибудь спортом? Да, братанчик, у меня база бешеная. Мэнс физик. IFBB, Федерация бодибилдинга. Откуда ты знаешь IFBB? В смысле, я реально занимался, у меня сотка рабочий был. Серьезно? Да, 96 килограмм весил. Ты на Мэнс Физик выступал? Не, я не выступал. Кто ты несешь, я тебя сейчас блядь, десна. Вот, ну и все, что сейчас здесь, короче. Ребят, второе задание, жим лежа, 50% от собственного веса, чтобы было все честно. Мы поставили весы, сейчас узнаем, сколько весит первый участник. 34. 76 900, естественно, мы округляем до 77 килограмм, и он жмет, получается, 38,5 килограммов. Может, не надо. Следующий участник у нас идет Exile. Сколько весит Exile? Нихера, бро. Мышцу, нахуй. Как я вешу? 84 900. Мышцы. 85 килограммов. Тут 66,2. 33 килограмма он жмет. Итак, следующий у нас идет рекрент. Ой, нифига, перевалил. 80? 79,800. Жмет 40 килограмм ровно. И самый сильный, самый прекрасный наш человек. Похлопали гаечки быстренько. Ну это криф можно сжать просто, она еще девочка, можно на это поплашить. 52 килограмма означает, что ты жмешь 20... Давай 26 килограмм. Да, просто давай, все согласны, просто гриф жмет? Да, да, вообще без вопросов, конечно. Треть веса жмет, девочки, треть веса. А сколько получается он тогда жмет? 15? 21, гриф. А в народном жиме? В народном жиме у пацанов половина, а у девочек треть. Итак, сейчас самый сильный участник, который рассказывал, что жмет 100 килограммов жалких суток. Да, жопу срыло. Слишком сильный мостик, скрутил. Так, поехали. Внимание, считаем. 1, 2. Двенадцать. Поддержать парня. Давай, мужик! Поддержка просто 13. Давай, лучший! Давай! Давай! Давай, давай! За меня, блядь, Слава! Слава, давай! Давай, блядь! Все? Все? 15, бро, сделал. Итак, у нас следующий участник, Exile. Сейчас... Брат, готов? Да, да. Давай, сейчас покажу, как мужчины жмут. Давай, жестко изморалим все. Аккуратно. Давай, брат. Давай. Один, дыши. Два. Все, на этом остановимся. Три. Четыре. Стой, остановись! Хватит! 12. Остановись, пока остановка не будет последней. Сука, долбоёб! Хули ты пиздец? 26 за всех стримеров! Жестко! Жестко! Вот! Вот, лучший! Сколько? 26, 27, 26, 27. Окей, следующий у нас идет братишкин. Нет, я это никогда не делал. Никогда. Нет. Давай, Вов, мы в тебя верим. Опа! Опа. Все, ставь. Давай. Касание грудь. Два. Подержите, чтоб меня не унесло, блядь. Все, все, брат. Шесть. Пятнадцать, еще! Шестнадцать! Все! Бля, вот он, шеф! Склад! Фрики сосать! Фрики сосать! Красава, нравится! Гальчика такая, красава такая! Так, окей! Готовы? Бустер немножко приуныл, сейчас я его подбодрю. Сейчас подбодрю! Давай, Бартачев, это топ-1 за тебя! Я до этого только гриф поднимал, поэтому не судите строго. Серьезно? Ну я не пробовал вообще. Трогай, трогай, ну, блядь!
Еще раз можно. Давай, блядь! Давай! Давай, брат! 16 раз. Итак, друзья, чтобы было все честно, мы сейчас берем гриф 15 килограммов, потому что у нас гаечка. Сейчас гаечка просто, блядь, бум-бум-бум-бум-бум. Гаечка, ты делал это когда-нибудь? Нет, не помню. Не помнишь? Такого не делала. Такого не делала? Такого не делала. Как думаешь, тяжело сейчас будет? Не знаю, я надеюсь, нет. А у тебя руки сильные? Руки сильные? Нет. Ребят, подержали гаечку! Давай! Давай! Давай, давай! Три, отлично! Давай, гаечка, четыре! Давай! Еще! Пять, отлично, еще! Можешь еще, давай, да! Можешь, 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 давай, давай! Восемь, еще! Все, пушка! Десять! Итак, друзья, 10 раз в этом состязании сделала Жин 20 килограммов гаечки. Она получает 5 очков. Поаплодировали гаечки. У нас рекренты и братишки набирают одинаковое количество по 16. И тем самым они набирают оба по 2 очка. И Exile в этот раз снова занимает первое место. И у него одно очко. А почему Exile как бы 2 раза первое место, а очков не меньше у меня в 5 раз? Так так и должно быть, кто меньше очков набрал, тот и победил. Он там потеет, у него 2 очка всего лишь. У меня уже 8. Следующее задание, это будет резинка, это будет на самом деле сейчас мясо. Самое смешное, что можно еще. Вам сейчас на пояс надеваем резинку. Естественно, пацанам всем зеленая, она пожестче. Гаечка, так как прекрасная наша девочка. Она фиолетовая, она чуть послабже. После этого вы разбегаетесь и выбираете сейчас мелок. Ну, я типа... Я на другое не рассчитывал, честно. Итак, ребят, 3 попытки. Кто дальше поставит линию, тот побеждает. Подожди, махну, короче, мелок, но чуть подлиннее есть. А, так в жизни так не работает, я так и понял. Гаечка, ты готов? Я готова. Жестко! Я жестко! Скажи, я жестко! Я порву сейчас! Порву сейчас всех. А что, просто бежать? Да, просто поставить линию. Кто дальше, тот молодец. Максимально далеко. Поставь! Так, давай, главное поставить. Еще разочек давай. Так. Есть. Все, первое есть! Отличный результат! Следующий идет у нас рекрент. Готов, бро? Да, погнали. Следующий, братишкин! А че, я? Да, ты третий. Готов? Я сухой! Итак, Exile, приступай к выполнению упражнения! Ой, тварь! Ух ты, ты что, я вообще не прохожу, дядь! Так, ты готов? Да. Ты чё, Хорош, красавчик, сам. Меня должно проводить. Чуть ноги не... Мне кажется, я сантиметра на 3 вылез, блядь. Меня вытешите. Нифига. Так, готов? Готов. Я третий, да. Ты третий, ты чуть-чуть обгоняешь Черкаш. Ну, начинай. Его еще так никто не называл. Пошел! Да что за лемур, нахуй? Что это было, блядь? Это, блядь, мотивация, оттягивай нахуй. Сейчас братишкин приступает ко второй попытке. Да что ж она меня назад везет? Вторая попытка! Бустер, давай! Что, готов, гаечка? Я жесткая! Я же сам уже готов! Ебать! Чего? Это чего? Ты что, я рад за человека? Что за сказать-то? Ребята, на третьем! Выходит гаечка. Молодец, молодец.
Третья заключительная попытка, пока ты идешь на втором месте. Я чуть подкинул. Просто залупай мокрыми яйцами потными, все стерло. Следующий у нас идет братишки. Дайте мне мелок другой, пожалуйста. Подай. Если ты сейчас, у тебя будет нормально пытка, то возьми мой, скажи, это я его. Давай. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Опа! Встал. Да, давай, поехали. Последняя попытка. По жопе, блядь. Макс Бранд по асфальту прокатился. Макс, привет передаем. Давай, давай. Жесткий. Можно? Давай, третий обошел. Давай. Бля, все, все. Давай. Я уже тебя все. О, давай. Давай, 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 давай. Ой, да нет, это ж... Сука. Уебать сраку, уебать. Смотри, блядь. Да он это вот после каждого стрима такая жопа, блядь. Это ебаная, блядь, у него. Фух, так, ребят, гаечка у нас занимает пятое шикарное место, но согласитесь, что билась она как молодец. Гаечка лучшая, гаечка зарабатывает 5 очков. Четвертое место у нас у братишкина. Бустер, 3 очка. Рекрент также опять набирает 2, Exile 1. Так, итак, ребят, все четко, две попытки, самое лучшее в зачет. Бустер, первая попытка. Блядь, 535 очков, все, бро. Следующий у нас идет Exile. Нифига, что за мах такой маленький был. Что за хлуб, блядь? Я вообще на резинках там прыгаю. Я вообще не туда ударил, блядь. Туда ударил, конечно. Следующий идет братишкин. Нифига! Ой, не. 465! Да опа! Вот, ребят, вот здесь сейчас затаилось. Первая попытка. Я тоже не попал. 483! Так, ребят, чтобы сейчас все, кто подписчики, говорит, вот она бьет как пацаны, мы делаем женский режим. Жестко! Нормально, позовите технику. Итак, бустер, вторая попытка, второй круг. Вторая попытка, Exile. 636! Блядь! 391. Рекрем, вторая попытка. 497. 70. Хорош. X2, 140. Бустер. Третья попытка. Пока лидер. 5. Пики меня срочно. Exile, сейчас, ребят, очень важно. Exile. Опа! Ты дом! Ну что, молодец, блин. Братишкин! Надеюсь, я в этот раз попаду в душ. Блять, опять нахуй! Блять! 481, это, по-моему, лучше. Бро, у тебя заключительная попытка. Есть шанс слететь с третьего места на второе или первое? 510. Ты он так спокойненько, да, такой подходит такой? Уф. Я готова. Давай сотку, я ставлю на тебя. Давай сотку сейчас надо выбить жестко. Представь всех пацанов. Ой-ой-ой, здоровье! Я думал, сейчас легкий залепит, блядь, там такая крученая. Пятое место. В самом сильном ударе у нас занимает Гаечка. Похлопали. Гаечка красотка, Гаечка лучше. Затем четвертое место. Братишкин. Третье место, рекреант. 3 балла. Второе место, полковник Бустер. Exile занимает снова первое место. Итак, перед последним заданием планки у нас. Здесь у нас четко 19 баллов. Итак,
Итак, друзья, спасибо большое нашим друзьям из Pro Interactive за то, что предоставили вот такой крутой аттракцион. Ссылка будет на сайт в описании. Там еще у них огромное количество различных аттракционов, чтобы было так же весело, как у нас сегодня в ролике. А, итак, упражнение планка. Встаем четко. Ноги вместе и кулаки разведены. Не соединяем четко. Таз не поднимаем и не опускаемся. Сложились, означает, что вы сдались. Принимаем исходное положение, ложимся на коврик. Итак, на счет три начинаем выполнять упражнения. Один, два, три, поднялись. Встаем, братишки. Вставай. Да, встал повыше, братишки, выше. Так, прошло 10 секунд, друзья. Сколько, блин? 10, братишки, выше. 20 секунд прошло. У меня пузо так жестко, что я тут уже. А можно с меня камеру брать, я какать хочу? Так, ребят, через 2 секунды будет 1 минута. 1 минута, стоим. Да я не решаю, мне пух. Так, братишкин сдался, 5 место есть. Гачка выше, чуть таз. Полковник, разъедини руки. Как? А тебе, а ты сука, разъедини руки. Руки разъедини. Руки подальше, вот так. Вот. Да тут давайте, суки, блядь. Иди нахуй. Бустер сдался. Я живот горит, блядь. Бустер занял. Нет, ты не сдаешься, встань, встань. Ты сдался? Ты тоже сдался? Ты за бустером или нет? Кто? Я после бустера. После бустера. Окей, у нас остался Рекрен и Эксайл. Кто вы победите? В смысле? Все, сдался. Все, Илюх, слышь, давай. Эксайл. Да пускай ты ебать. Эксайл, минута 49. Минута 40. Ты и так 1 балл заработал. Так, Эксайл, 1 балл. Братишкин сдался 5 баллов. Бустер был 4-й. Гаечка 3, рекрент 2. Итого у нас получается 9-2, у нас здесь 11. Итак, друзья, эти соревнования закончились. Всем стримерам просто огромное спасибо. Люди, которые сидят перед компьютером, сегодня рвали металли, горели жопы, разрывались, все что... Ну, синяки ставились. Потели, ребята. Короче, вы красавчики реально за то, что вы пришли. Мы можем поднять не только мышку. Итак, друзья, 5 место. Прекрасная наша Гаечка занимает сегодня 5-е. 5-е место у нас занимает сегодня братишки. Третье место у нас полковник Бутыренко. Ребят, второе место у нас у рекрента. Ребят, парень бился как естественно, главный приз и вот этот офигенный, я считаю, просто очень крутая такая статуэточка стеклянная. Самый сильный стример. Кто? Да, это у нас Эксайл, друзья. Я сегодня переименовываю канал. Итак, ребят, бро, держи. Спасибо, это реально первый раз на нашем соревновании человек занял все абсолютно первые места. Беззаговорочно, ребят, поаплодировали. Обязательно подписывайтесь на всех этих ребят. Ссылки будут в описании. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну и, ребятушки, напишите, кого, чью команду вы еще хотите, чтобы мы проверили название «Самый сильный». Все, ребят, вы лучшие, пока! Ну да. Пошел я нахер. А наушники? Да, наушники. А наушники третьему месту. Это шок вообще. Наебал! Пакет Бустеренко. Ой! Заслуженный третий. Ладно, блядь, я думал, наушники не надо. Ладно, все, ребятушки. Ты думал, забуду? Все, ребят, пока.